Друзья, королевская осанка – это мой любимый курс. Он называется «Королевская осанка» или «Ухоженная женщина лайт-версия», по-разному называется. А первое название «Операция антихолка» называлась, потому что, когда я увидела холку у себя за спиной, я, честно говоря, очень сильно испугалась, а все это всего лишь было нарушение осанки, которое я пропустила. Поэтому у нас с вами нулевое занятие, оно есть в открытом доступе. Что такое? Почему портится осанка? Вы прям пройдете такой небольшой тестик. Первое занятие курса – это ручные техники исправления патологической осанки. Это достаточно весело, это зажигательно, это нужно встроить в жизнь, и это точно вам вернет облик 25-летнего человека. Огромное количество результатов по волосам тоже входит в эту же в структуру этих занятий. Это самомассаж волосистой части головы, и волосики лежат так вам, как надо, блестят, и они – это молодая шевелюра. Потому что возраст очень сильно читается по волосам, по их состоянию, по походке и по осанке. Вот это вот все нужно исправить самым веселым образом. И второе занятие этого курса я вам буду говорить о том, как сохранять структуру костей, хрящей, связок и мышц. Это очень важно, потому что если трухлявые кости, то и осанка будет такая, будто бы она построена на трухлявых костях. Что ж тут непонятного, все тут понятно. Поэтому давайте щипаться вместе, давайте разбираться вместе, делайте, как я, делайте вместе со мной.